21 февраля во всем мире отмечают День экскурсовода. Люди этой профессии помогают туристам окунуться в мир путешествий, искусства и истории. Посещение достопримечательностей становится гораздо увлекательнее, если завесу тайн прошлого приоткрывает профессиональный экскурсовод. В Химках тема путешествий тоже очень актуальна. У жителей округа есть возможность ездить по самым интересным местам Подмосковья на специальных автобусах, добробусах. В таких поездках туристов сопровождают профессиональные гиды. Наша съемочная группа как-то раз отправилась в такое путешествие вместе с жителями Химок. Путь предстоял не близкий, в музей Бородино. Интересно, и с пользой коротать время помогли рассказы нашего экскурсовода Ларисы Чибриковой. Мария, когда уже обвенчалась с князем, да, и Дубровский тут подоспел, она сказала: нет, Владимир, я теперь жена князя Верейского. Я дала обет перед Богом. В самом заповеднике Бородинское поле группу химчан передали местному гиду. Татьяна Цыганкова провела по мемориальному музею интереснейшую экскурсию. Орудие русское с очень интересным названием. Это четвертьпудовый единорог. Единорог – это и пушка, и гаубица в одном орудии. У Наполеона таких орудий пока еще не было. После поездок на добробусе у химчан всегда остается масса положительных впечатлений. И, конечно, во многом это заслуга опытных и профессиональных экскурсоводов.